Да, друзья, всем большой привет. Сегодня у нас будет видеосъемка про станочек X-Tool. Длинный большой видос, где я сегодня протестирую камушек, протестируем вот такой вот камень-сланец. Это, собственно, китайское производство. Данный камень шел в комплекте со станком, за что отдельное спасибо компании X-Tool, которая предоставляет нам материалы для гравировки, для тестов, для экспериментов. Да, прикольно, я таких же камней заказал куча целая на Озоне. Продаются вот такие вот пачки. По 4 штучки есть, кстати, очень дешево, очень выгодно. Считаю, что для подставок, для холодного, либо там для тех же самых бокалов подходит идеально. Также заказал на пробы, на тесты, скажем так, вот такие камни. Выглядит все тоже очень круто, гравируется очень хорошо на оптоволоконнике. Соответственно, делая все эти выводы, будем сегодня проводить тесты контрастности на данном станке на инфракрасном диоде. Возможно, запустим также синий диод, может быть, потестируем на нем. Собственно, повторюсь, данный аппарат не является конкурентоспособным именно в области оптоволоконников профессиональных, которые занимаются именно гравировкой, выборкой материала, там, скажем, цветной гравировкой и всем остальным. Но, собственно, данный аппарат очень хорошо подходит как универсальный. Мне пока он еще очень интересен, потому что я на нем поработал где-то недельку. Честно говоря, когда вот так вспоминаешь, там в другом офисе про этот станок, хочется что-то еще сделать. То есть не просто как я, допустим, там на атомстак отработал, осознал для себя, что вот есть режим резки, есть режим гравировки. Можно фотогравировку, можно обычную гравировку. Все, больше там ни хрена с ним не выжмешь. Здесь чем прикол в том, что мы еще не ставили здесь поворотную ось, мы еще здесь не ставили площадку для расширения, и все равно мне еще интересно, потому что я знаю, что я сейчас недоработал некоторые материалы в плоскости. Когда дойду до поворотной оси, у меня там пойдут дальше термосы, кружки, стекло, то буду запускать. Стекло, кстати, я тоже тестировал, тоже довольно-таки интересно получается. То есть, собственно, интерес к этому станку у меня еще пока лежит, такой душевный. Вот, экспериментов буду ставить много, еще опять же мы забываем про ручки, а еще я так подсказываю, что мы делали, кто не видел, это цветная гравировка на вот таких вот железяках из нержавеющей стали, то есть он тоже может это, то есть умеет, скажем так, делать. Итак, тесты касаемо камня, в чем вся фишка затея? Так как у нас станок не является конкурентоспособным, такие вещи я делаю на оптоволокониках, дарим нашим сотрудникам, друзьям, знакомым, собственно. Очень прикольная тема, готическая, подсказываю, кто не знает, мне тоже подсказали, как называется. Вот. Проведем сейчас тест контрастности, сделаю какие-то прямые выводы, кстати, смотрите, он перешел в режим ожидания. Начал у нас мигать. Вот. Сделаем тест контрастности, посмотрим, что с этого получится на инфракраснике. И попробуем повторить что-нибудь аналогичное на данном станке. Если это здесь получится, если это все-таки здесь случится, чудо, и он сможет повторить, ну, блин, довольно-таки круто. То есть с точки зрения хобби, выполнения каких-то мелких заказов, там, сувенирной продукции, подставок под стаканы, либо подставка, как говорится, вот это у нас была под холодную еду, то считаю... Прикольная машина, то есть цена соответствует, собственно, качеству. Опять же, возвращаемся в исходную точку, когда мне говорят, что, типа, вот у меня там машина была куплена за 20 тысяч рублей, а там за 30 тысяч рублей. Ребят, по-моему, в районе 200 тысяч рублей стоит данный аппарат. Ссылочки все оставлю в описании, посмотрите. Не хочу туда даже лезть, не хочу смотреть на эти цены. Вот, я понимаю, что любое оборудование, которое стоит до хрена бабок, оно того стоит. Так же самая ситуация была со станком от компании Atomstack. Я его взял за 85 тысяч, мне не устраивает ни в ком плане. Вот, говорят, что есть лучший станок от той же самой компании Atomstack, называется Экерия. Экер, так, в общем-то, он стоит там что-то 150-160 тысяч, пока еще не готов его купить. Вот, пока еще этим не наигрался, то есть пока не буду его брать. Итак, поехали экспериментировать, запускать тесты, посмотрим, что здесь выйдет. Таблички все, которые будут сделаны, я оставлю также в описании. Сегодня будем бить только лишь сами квадратики. Выделяю квадраты инфракрасные, то есть стоит у нас установлен проход 1. Плотность линий будет эти 200 линий на сантиметр. Собственно, запускаем в обработку. Подгружается в наш станочек вся информация. Ставим нашу плиту, ставим, кстати, как ногами. Кстати, нет, стоять, назад, нажимаем обрамление. Ну, плюс-минус я загоняю в центр, естественно, ножки будут здесь мешаться, не без этого, никуда мы тут от них не денемся. Выставляем фокусное и запускаем процесс. Да, теперь самый интересный момент касаемо нашего теста. Видно, что цвета серые вот в этой части, но опять же на камеру не настолько хорошо видно, как вот под наклоном. То есть мы переходим от светло-серого до
такого желтоватого, скажем так, оттенка. Краешек здесь пластик у нас подпалило, то есть работа по поролонке будет здесь довольно интересная. Итак, исходя из этих данных, мы можем с вами поделиться с параметрами, которыми будем работать, собственно, либо отрабатывать в динамике. То есть мы можем, собственно, выбрать фотогравировку, выбрать определенную скорость, хотя фотогравировка не позволяет нам выбирать скорость. Выбрать плотность заливки, то есть 0,02 минимум, то есть 200 линий на сантиметр. Вот, и мощность, ну, я бы выбрал бы либо 80, либо 90%. То есть вот такой момент, который надо учитывать при работе с фотографией. Давайте протестируем с этой стороны, что-нибудь интересное, то загрузим и также отгравируем. Учитываем фокусное расстояние с ножками. Видите, у нас здесь ножки чуть-чуть неровные почему-то. Вот, с чем связано, не знаю. Поэтому обязательно сначала выставляем данную тематику, а потом уже, соответственно, гравируем. Вот единственное, в защиту, скажу, данного станочка, еще один плюс огромный, то, что мы можем, в принципе, в фотографии играться на рабочем столе, просто менять оттенки серого и, собственно, запускать опять гравировку. У нас сейчас получается само внутреннее вот это вот пространство нашего вот этого рогатого, оно остается, как оно было первый раз отгравировано. Вся внешняя часть у нас, в принципе, выбирается. Вот это самая интересная фишка здесь. То есть у нас сейчас получится рога здесь будут темные, но внешнее пространство будет светлое. Да, процесс идет долгий, потому что идет фотогравировка. Если бы это у нас была бы векторная фотография, она бы гравировалась гораздо быстрее бы. Возможно, здесь нет возможности настроить скорость, там гравировки, выборки. Но есть функционал все-таки касаемо отработки именно на фотографии разные тональности, собственно, отработать разные рельефы. То есть мы можем сделать так, что у нас фотография внутри будет темного цвета. Либо сначала отгравить все полностью, целиком, потом заставить там внутреннюю часть, потом сделать внешнюю часть, то есть инвертировать. То есть возможности здесь дохрена в этом плане. Да, делается очень долго время, я даже не скажу, потому что сейчас у нас идет 4 минуты здесь по затраченному времени, только всего лишь там процентов, наверное, где-то 20-25. То есть общее время данной фотогравировки займет порядка где-то 16 минут. Но мне здесь сейчас не важно именно потраченное время, мне сейчас не важно здесь скорость, мне важно получить хороший качественный рисунок в конце. То есть продукция должна быть премиум качества. Вот это я понимаю, что уже не хобби процесс. Просто посмотрите, рога реально будут темные, а фон будет у нас светлый. И все это возможно за счет того, что на данном маркере это реально возможно. Да, прикольно на самом деле. Нет! Давайте начнем с первого. Сейчас у нас он автоматически выключится. Это отдельная фишка прикольная данного станка. Мне нравится. Ну, давайте поговорим про хорошее пока. То есть в этом я вижу огромный плюс. Приложение. Смотрите, первое. Время 21.07 заняло. Ну, до хрена. Но мы сейчас говорим про качество гравировки и не про что-то другое. Итак, минусом. Может быть, у меня здесь есть то, что это долгое включение, подключение, плюс нажатие кнопки. Мне это чуть-чуть не нравится, самую малость. Опять же, касаемо гравировки. Смотрите, что мы сейчас делаем. Нажимаем ОК. И вот здесь, выделяя нашу фотографию, мы можем теперь, собственно, поиграть оттенками серого, то есть там вниже, выше, собственно, получим, видите, результаты какие. И их можно отдельно гравировать послойно, получая тот или иной объем. То есть, либо там сделать полностью рисунок, там весь темный, светлый, либо сделать вот так вот, допустим, там максимально... Стоп. У нас верхняя позиция. Сюда загоняем ее и нижнюю, допустим, поднимаем. И если мы сделаем, допустим, гравировку первую сначала общую, отгравируем, а потом сделаем вот такой вот рисунок, то у нас получится, что само изображение будет темное на белом фоне. Опять же, я здесь поскромничался немножко с мощностью. DPI надо бы сделать поменьше. Длительность импульса можем также поиграться. Собственно, есть определенные свои плюсы. Синим лазером это не делаем. Оттенки серого, плюс еще выборы преднастроек. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Опять же, первый раз я накосячил очень сильно. Скажу сразу, я гравировал в таком формате, неправильно сделал настройки. Если, в принципе, поиграться, побаловаться, то можем получить дохрена результатов. Камушек данный я шлифанул на ручной либо эксцентриковой шлифмашинке. И, естественно, эта поверхность уже не такая черная, как вот здесь идет. Давайте я вам увеличу, покажу, что вообще в итоге получилось касаемо качества. Здесь, опять же, не идет речь про скорость. Моя задача здесь не делать быструю гравировку, моя задача именно побаловаться, получить какое-то качество результата. Собственно, сейчас рассмотрю более подробно два варианта оптоволоконника и, собственно, диодника. Это у нас сделано было на оптоволокне. Плюсы, несомненно, есть. Это глубокая выборка, быстрая выборка материала. То есть такая гравировочка делается там порядка, по-моему, 8 минут всего лишь. Вот, собственно, играть можно вообще в легкую любыми форматами, там хоть привод вектор, хоть как угодно. Но, естественно, идет профессиональное оборудование. Это у нас сделано на X-Tool F1. По качеству ни хрена не хуже. Смотрите внимательно.
Давайте так вот. Вот так вот, чтобы контрастность была видна. Да, здесь я делал просто один проход, довольно-таки прилично мощный. Вот, здесь я сделал два прохода, поэтому она будет чуть светлее, чем вот эта гравировка. Вот, но глубина здесь, она идет такая поверхностная. Все равно мне нравится. То есть можно брендировать какие-то такие вещи, собственно, делать на подарок. Выглядит очень круто и достойно. Ребят, ну, пока на данном этапе, скажу сразу, как есть, пока вот все нравится в этом станке. Да, чуть дольше, чем хотелось бы, конечно. Вот. Понятное дело, там идет реклама, что там скорость там идет 4000 метров в секунду. Ребята, это показатели максимальные. Знаете, что я отношусь к этому параметру, скажем так, скептически. Я больше люблю, когда оборудование работает в режимах на качество, не на износ. Вот. Но, собственно, от вас пальчик вверх, показать, насколько в действительности получилось хорошо, потому что, видите, даже вот эта тональность серых рожек, оно получилось довольно интересно. И это только фотогравировка, и это только лишь простой макет, без каких-то особых заморочек. То есть я сделал тестовую таблицу, которая здесь меня никаким образом не сыграла. Потому что тестовую таблицу мы делали с вами, опять же, параметры гравировки именно вектора. Если мы будем гравировать вектор, получится вот, вот такой можно вариант сделать. Можно там любые тональности, в принципе, сделать, какие хочешь. А это была фотогравировка, здесь немножко другие параметры, немножко другие условия. Плюс выдержка Q-пульса есть. Собственно, вот мне немножко от полотенца осталось, когда я ее шлифовал. Вот, то есть работать с данным аппаратом пока мере можно. Собственно, вечерний видеосъем, я думаю, надо подводить к концу. Очередной раз повторюсь, у меня здесь еще есть куча камней, которые я тоже бы протестировал на разных бы вариациях, на разных бы режимах, потому что есть дохрена интересных моментов. Хочется еще поработать с настройками именно цветов, то есть сделать какую-нибудь цветную гравировку на камушке, получить достойный результат. Это возможно, как вы поняли, по данной таблице. Таблички все сохраняю обязательно в Google диске, буду привязывать к видеороликам, то есть, собственно, доступ будет практически у всех, заказывайте, скачивайте, то есть, пользуйтесь. Вообще в этом вопросов каких-нибудь не возникает. Вот, ребят, да, язык, естественно, под вечер уже заплетается. От вас, естественно, такой жирный палец вверх. Вот, ссылочки все оставлю в описании, собственно, ссылочки посмотреть на контрастности, на рисуночки, я думаю, скачать в интернете не проблема, называется это все у нас Готика, в интернете в свободном доступе это все у нас, собственно, есть, предоставляется, качайте и занимайтесь творчеством. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем пока-пока.